Снова здравствуйте, это Resident... Нет, подождите, по-другому надо. Resident Evil 4, верно? Наверняка, если я нажму не гейм, так и произойдет. Я давно ничего не записывал, у меня на выходных теперь только время будет, работа, говно и остальное. Поэтому я подумал, почему поиграть в Resident Evil 4? Закончу ли я эту игру? Вряд ли. Твою мать, я забыл таймер. Не может быть видео гостев без... С таймером тогда уж. Да, извиняюсь, что меня так долго не было. Реально, нет времени. Shit. Поэтому... посмотрим, может быть Resident Evil, может быть еще что-то поиграем. Может быть... Я, конечно, так и не закончил Silent Hill 3, но мы наверняка вернемся к нему. То есть... именно вернемся. Может быть через какую-нибудь игру, может быть вот поиграем в Resident Evil 4, вернемся к Silent Hill 3. Может быть, я поиграю в Silent Hill 2, я вернусь к Silent Hill 4. Кстати, надеюсь, баланс звука нормальный. Я не знаю, не проверял. В этой игре почему-то нет настроек, к сожалению, звука. Это бредово. Поэтому да, разберемся. Я в Resident Evil 4 играл последний раз. Мне лет 10, может быть, было. Точно сейчас не скажу. Короче, очень-очень давно, и играл не я. То есть я смотрел, как знакомый играет. Поэтому да, так-то я ни черта не знаю. Знаю, что это, по идее, самый популярный Resident Evil, если я правильно понимаю. И сам я играл только в первый, второй, третий. Короче, в довольно много. Первый я недавно пытался ремейк играть, я не могу справиться с этим проблемой и дурацким инвентарем. Может быть, я не прав, я не знаю, но достаточно запарно. Вторая часть, я помню, мне очень нравилась. Третья часть, наверное, у меня самая любимая была. Возможно, из-за того, что там довольно прикольную тянку играешь. И там был этот, как его, Nemesis, верно, так его называли. Но первую часть, я помню, мне она нравилась, но сейчас я с ней не смог справиться из-за управления. Может быть, опять же, я что-то не понимаю, может быть, я не понимаю тактики определенной, как с зомби там сражаться, ну, разберемся. Но я слышал, что вот четвертая конкретно самая такая лучшая, самая популярная, самая офигенная, и остальное говно. New game. Normal. Resident Evil 4. Вау, это даже хуже, чем я думал. Окей. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the International Pharmaceutical Enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City. And hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Resident Evil 4. Okay. Я даже фильмов не смотрел. Нет. 6 years have passed since that horrendous incident. Заткнись. Я вроде смотрел то ли первый, то ли второй. Ну это естественно говяно. Это говяные фильмы, как по мне. На Resident Evil они мало похожи. A secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You. Yeah. Who are you, really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. Мне это все новое. Приятно. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Моя воля, я бы поставил японские голоса и русские субтитры, но, к сожалению, такой опции нет. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. Если вообще опций маловато. Вообще атмосфера вот чисто визуально мне напоминает, знаете, фильмы по типу
Ну, не знаю, техасская резня этим запилой, там всякие джиперсы-криперсы. Звучит странно, но джиперсы-криперсы. Знаете, стандартного хоррора. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Графон у волос, кстати, классный. Графоном я подразумеваю фуга. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? It's freezing. So cold all of a sudden. Must be my imagination. Imagination. Sorry it took so long. Не понимаю, мы в Италии или что? Полиция? У нас что вообще? Разве не итальянский, нет? Я не разбираюсь в итальянском. Просто полиция звучит для меня как что-то, не знаю, испанское, итальянское. Не знаю. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Не, волосы ему реально очень классно сделали. В отличие от меня, я сегодня ходил подстригаться, блин, меня как последнего аутиста подстригли. Наверное, через недельку пойду снова подстригусь, только в другое место. О, what the fuck, что теперь Metal Gear Solid? I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Hey. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Oh, okay. Oh, мышка странно чувствует. У меня голова кружится. Это странно. Это очень странно. Ты тоже стандартный. Простите? Это странно. Опять же. Я так понимаю, эта игра еще на Wii была, насколько я понимаю, поэтому неудивительно, что такое вот управление. Ха. Но пока ощущается очень странно. Особенно меня раздражает то, что я даже не могу... Камера вот обратно возвращается. Это очень странно. То есть я пытаюсь, допустим, наверх смотреть. Я хочу вот так вот идти. Но... Ноп. Вниз. Что у нас здесь? Тэп. Хэндган Эмма. Хэндган. Крип экзамент. Хэнган. Стандарт 9mm хэнган. Ну-ка. Got him. Key treasures web recovery. Files. Допустим, здесь. Communication log. Leon, I hope you can hear me. Так, ну это вся вот эта фигня. Plan manual. Я не думаю, что мне это нужно. Я вроде... хотя подождите. Шутим. Hold down, then move them. Комбат на... Я слышал, как люди жаловались, типа... Играть с мышкой — это читерство, надо играть с геймпадом, потому что это труднее, а так игра становится слишком легкой, ну это бред. Ну в смысле, блин, мышка — это всегда более годный контроллер, так что, если уж так игру сделали, то так и буду играть с мышкой. Command line, press and hold, я не знаю, как ресурсы здесь использовать и так далее. You'll be able to perform various actions by pressing the appropriate buttons that appear on the screen. E, X, C. Ха. Окей. Camera, you can change the camera angle using mouse. Ага. Все вроде бы. Info on Ashley. Эй, that's pretty good. Наверное. И Эшли Грэхэм, 20 лет. Я старше этой Эшли. Мне 23 скоро. Дочь президента США. Класс. Шоскин, короче, она была похищена. Мотивы неизвестны их. Возможно, инсайдер. It's been kept under wraps. Никто никому не сообщает. Мало людей знает об этом. Где-то в Европе ее заметили. Наверное, непонятно, где мы находимся, но в Европе, да? Мы не знаем, где Эшли находится. Мало зацепок. Been investigated for just a matter of time before the kidnapper is exposed.
Окей, значит мы ищем этих. Значит, мы ищем эту дочку. Все понятно. Карта. Ага, карта нам сразу дается. Typewriter. Я так понимаю, там сохраняться можно. Странная система всегда казалась. Key treasures. Почему я не могу нажать? На key treasures. Excuse me. На E. А почему тогда? Окей, окей. Это немножко странно. Так понимаю, здесь можно комбинировать и так далее. Окей, я, кажется, все понял. Но управление будет, конечно, странновато. Вот это мне, в общем-то, понятно. Почему так рука дрожит? Чем дольше он держит, тем... Да вроде нет. Окей, позже. Бегать я могу? Могу. Окей. А X и C. Вроде бы ничего. E — это действие. R — это перезарядка. Q. Быстро обернуться. Наверняка будет полезно. Но с мышкой... Здесь мышку можно и не трогать. Пока ты... Можно, конечно, оглядываться и так далее. Но пока ты двигаешься, ее лучше не трогать, потому что она в общем-то, при движении не работает. О-о-о, моя голова. Так что да. Чек. The guidepost reads Pueblo. Да, мышка здесь только вот для вот этого. Может, оно и к лучшему. Могу ли я... Нет, я не стреляю, когда я просто на левую кнопку мыши нажимаю. О, загадочная тень. Так что да, я не знаю вообще, чего ожидать от игры. Совершенно не в курсе. То есть я... Реально, я последний раз эту игру видел много-много лет назад. This old truck spot on the trail. Maybe it belongs to one of the villagers around here. Может быть, кому-то принадлежит из тех, кто живет в деревне. Так что я не знаю, может сейчас скример будет. О, двигаться во время... Ха, окей. Значит, двигаться во время прицеливания нельзя. Окей, я понял. Окей, это меня немножко напугало. There are very small items on the shelf. Nothing particularly unusual here. Окей, стрейфинга нет, только налево-направо, вот так. Ну, в Resident Evil так всегда было. Мне вот это как раз и не нравится, так неудобно. Не чувствуешь себя в контроле персонажа. Зомби? Excuse me, sir. Сэр? Ты зомби? Ответь сразу. Плиз? Чуть не стрёмно как-то. Да не, вроде не зомби. О боже! I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. Она похожа на Эшли. Estás haciendo aquí? Lárgate, cabrón! А теперь по-английски. Прости? Что делаешь? Окей. Ты не зомби, но окей. Эй, факбой! Оу, щит. Факов? Пошел отсюда. А, это было легко. О, фак. Это было неожиданно. Ну так странно, что нельзя двигаться во время стрельбы. В Resident Evil 1 тоже было это странно. Но там было хуже. Я все-таки очень надеюсь, что баланс звука нормальный. Shit. А иначе у нас проблемы. Is everything okay? Нет. There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Не, серьезно, впервые за 23 года меня постригли говяну. Я все еще об этом говорю, но... Эй, алло. Окей, знаешь что? Что у тебя есть? Take the... Of course! Чек. He's not a zombie. Откуда ты знаешь уже о зомби? Окей, знаете что, я пойду, наверное, сюда. Это так странно, что так нужно разворачиваться и так далее. О, черепа! О, фу! Look like they've killed a lot of people. I hope Ashley is okay. Я тоже на это надеюсь. О, мышку лучше реально не трогать. Бесполезно. Yes. Окей, спасибо. Здесь мне в таких ситуациях лучше, конечно, на Q нажимать. Я, конечно, могу вот так вот камеру крутить, но потом, как только я начинаю поворачиваться, камера... Возвращается в изначальное положение. Это отстой. Привет? Don't budge. They must be pressing against it from the other side. Окей. Окно. Окей, jump out. Аниме!
О, фак. А, щеп. О, прицеливаться так странно. Эй, фагбой. О, боже. У тебя лицо точно такое же, как у предыдущего мужика. О, фак. Ну все? О, фак! Окей, ты меня напугал. Пошел в жопу. Фак! Откуда ты взялся? Боже. Я испугался. It's a wooden box. Looks like it can be broken. Got him. Эй! И в ней пусто? Ты издеваешься надо мной. Тогда... Фига. Что-то меня напугал этот мужик. Реально, очень тяжело вообще воспринимать, что происходит. В плане, блин, не обернешься, не узнаешь, что сзади. Конечно, можно, наверное, вот так, типа, проверять. Но... Это будет тяжеловато к этому привыкнуть. Но я думаю, я так понимаю, это часть шарма игры, наверное. Я надеюсь. А не просто говяное управление, верно? Вот так, конечно, классно разглядывать. Но потом бум, начинаешь двигаться, и все плохо. Привет. Я слышу собаку. Плохое какое-то предчувствие насчет этого. Это еще что? You got 1000 PTAs? Points? Нет. PTAs? Я не знаю, что это. Да, take the green herb. Я так понимаю, для того, чтобы хилиться. Их еще комбинировать можно было и так далее. Но я не знаю комбинации, так что... Save boys. Музыка похожа на Dark Souls. Серьезно. Это очень похоже на Dark Souls. Yes. Я так понимаю, ограниченное сохранение, верно? Я помню, что вроде бы то ли во второй... Может быть, это и в первой части было. То, что ты не мог сохраняться без специальных предметов. Это как-то не весело. Не хочу патроны тратить. Собака? Я надеюсь, что это собака. А, окей. Я тебе помогу, я полагаю. Help. Окей. Я думал, что мне сейчас придется жать на клавиши. Ты в порядке? Почему-то у меня такое ощущение, что я не должен был этого делать. У меня плохое предчувствие. Сейчас, не знаю, набросится на меня толпа волков каких-нибудь. Окей. Что у нас дальше? Пуэбло! Окей, мы идем к Пуэбло, я полагаю. О, это так странно, так оглядываться, блин. Так, это ловушки, я вообще-то не слепой. А, и здесь тоже ловушка. Заткнись! О, прицеливаться так странно. Чувствительность мышки бы настроить. Так, оглянуться надо. Нет? Никого, окей. Это будет тяжеловато привыкнуть к этому. Это будет тяжеловато к этому. Вы поняли, о чем я. Excuse me? Кто-нибудь здесь? Графон, конечно, не супер. Не, в смысле... Опять же, как и в Silent Hill 3, модельки выглядят очень классно. Потому что вот реально, физика его волос просто шикарная. Как обидно, да? Обернуться бы... Оп, раз, и камера обратно. Эй, кто-нибудь? Но как же мне тот мужик? Так, я вижу там людей вообще-то. Кто-нибудь здесь? О! Привет! Вот это неплохо, кстати. Guess there is no sex discrimination here. Better find her fast. Окей. Я так понимаю, ножом надо пользоваться тогда, когда совсем уж близко вроде как так в тот раз произошло. Это нам надо. Я не знаю, сколько лечат эти зеленые растения. Так что пока что я не использую. Но управление, конечно, тяжелое. Может быть, это проще с геймпадом, я не знаю. Наверное. Потому что мышка не отвлекает вот так. Но пока я поиграю так. Если мне скажут, что там на самом деле удобнее с геймпадом, то я переключусь на геймпад. Пошли отсюда. О, фак. Ну хорошо, что когда они близко подходят, они очень медленно начинают ходить, двигаться. О, да ты охренел! Вообще. Ты охренел пригибаться. Оу, фак. Это очень странно пока что. Yes. А патронов у нас вроде пока хватает. 40. Very nice. Окей. Пока достаточно интересно, мне нравится. Но управление, конечно, тяжелое. Excuse me. Сзади? О, нет.
Окей. Я боялся, что они, не знаю, там, мост мне обрежут или еще что-нибудь. Хотя вот так вот камеру, в общем-то, можно двигаться, когда ты двигаешься вот так вот. Excuse me? Кто-то сзади? Откуда? Fuck. Боже мой. Я не знаю, почему меня это так пугает. Вроде бы обычные мужики с топорами, но... Я имею в виду, в реальной жизни, если бы на тебя шел мужик с топором, ты бы тоже боялся. А если бы он шел на тебя с членом наперевес, было бы еще страшнее. Окей. Я не знаю, о чем я говорю. Окей. Мышку вообще лучше не трогать, пока враги не появляются. Это странный переход. Leon, how you holding up? Я норм. Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find зачем? It I'll take a look. У меня он уже есть. А, второй. Changes are not reflected here. Да-да-да, shut up. Leon, press R while holding down. А, нужно держать. Окей. Kicks approaching enemies that are either stunned or on their knees will allow them to perform kicks as prompted by the action button. Окей. Да, е. Changing screens, use page up and page down to switch back. Никто этим не пользуется, боже мой. Page up, page down, издевайся. Это как Dark Souls оригинальный использовал этот кнопку End для того, чтобы заканчивать катсцены. Это такой бред. Японцы странные. Я в жизни кнопкой End не пользовался до Dark Souls. Так, Найс Федора. Классный петух, курица, точнее. Так, ну это мертв. Тяночка. Я не знаю, что я конкретно высматриваю. Excuse me? Ну, обычные крестьяне, все нормально. Я что-то определенно ищу или... Мне реально интересно, я ищу что-то определенное или... Эй, курица. Я имею в виду вот один из мертвых этих фэггетов. А, окей. Насмотрелся, я полагаю. Мне что-то нужно сделать, или я могу дальше просто идти? Наверное, я могу идти дальше. Какой-то путь. Интересно. Простите? Не хочу, чтобы эта толпа этих говноедов на меня побежала. Я там наверх... А, боже, это шумно, я даже игру не слышу. А, я могу с ней что-нибудь сделать? Но! Я думаю, может ее пнуть или еще что-нибудь. О, вау, what the fuck? Что это за аниме? Excuse me? Мне показалось, там что-то странное произошло. Что происходит? Где враги? О, враг! Ты что, охренел? Ты руками не закроешься от этого, идиот. О, там кто-то еще. Или мне показалось? Но-но-но-но! Пошел отсюда. О, нет! О, нет! О, фак! Уйди! Вас здесь что-то слишком дохрена. О, вау. Пошел отсюда. Пошел отсюда. Пошел отсюда. Вон! Прочь, нигер! О, фак. Еще одна! О, что-то у вас дохрена. Окей, один есть. Второй, третий. В теории. Ха, я не знаю, насколько я хорошо пользуюсь своими ресурсами. Наверняка не очень. Может быть, мне нужно постоянно ножом пользоваться. Я не знаю, бывают такие игры. Когда, когда плохая идея использовать самое мощное, что у тебя есть. Знаешь что? О, фак! Плохая идея! Плохая идея! О, фак! Направо-налево! HP. Окей. Еще что ли? Да вы охренели! Не может быть. О, боже. Я пытался... Неужели я проиграл? Вау!
Я пытался пнуть ее, но я подбежал слишком поздно. Это странно. Окей, continue, да. Придется разбираться с этой игрой. Это будет непросто. Отсюда начинаем, это хорошо. Не знаю, насколько хорошая идея вот отсюда идти, но... Ну, я сейчас сразу ее пристрелю. Она меня раздражает. Иногда хедшота хватает, иногда нет. Окей, пойдет. Перезаряжусь сразу. Денежки. Я так понимаю, это деньги. Скорее всего, верно. Окей. Окей, может быть, я буду стрелять немножко побыстрее. О! О, what the fuck? Excuse me. Никого? Вроде никого. А, они все-таки зомби должны быть, верно? Это Resident Evil. Потому что они исчезают. Обычно люди не исчезают после того, как они умирают. Насколько я понимаю. Окей, на этот раз получше, верно? Окей. Пошел отсюда. Вон, прочь. Окей, найс. Мне нужны эти вещи. Е-е-е-е-е. Денежки, конечно, почему нет? О, корова. А где все? О, привет, друзья. Я не знаю, почему я вас друзьями назвал, правда. О, фак! Я так понимаю, их можно из воздуха прям постреливать, да, окей. Пришло время воспользоваться хилкой! Окей. Я так понимаю, я могу их соединить. Просто aid spray. Могу это использовать. Сколько он восстанавливает-то? Completely restores health. Окей. Это сколько? Herb that restores partial health. Использую. Пойдет, пойдет. Опа, бежать! Боевая система странная. Мягко говоря. Эй, ты чё, охренел? Слезай! А! О, боже. Это будет очень странно к этому привыкать. Эх. Я пытаюсь... Окей, другое дело. Просто не хочу, чтобы они их кидали. Пошел отсюда. И ты пошел отсюда. Фак. Сзади кто-то? О! В окне кто-то. Пошел вон! Пошел вон, пошел вон, пошел вон, пошел вон. Нормально, он просто идет. Вот это очень классно. Это невероятно тупо в то же время, но... Почему нет? Так, где этот фэггот в окне? Ау, не кидайся. Эмпти? Вау, я просрал все патроны. Супер. Теперь что? Теперь только нож. Ничего не поделать. Я знал, что не стоило это тратить. Фак! Стоп! О, боже. Эти вот, блин, фаталити. Кто-нибудь еще? Пожалуйста, мне нужны патроны. Я надеюсь, не все время будет прям тонны врагов, как вот сейчас. Это... О, фак, это несколько странно. Ау! Стоп! Габдамит. Будет странно привыкать. Mixing with the green herb will complete your health. Use... Прилично восстанавливает. Наверное, скомбинирую все-таки с зелененьким. Почему нет? Это итальянский флаг там был только что. Ноп! Даже не пытайся поверить. Ау! Окей. Он пытался. Мне нужны патроны. Да, окей. Вау, у вас до хрена. Ауч! Не знаю, как это уворачиваться адекватно. Я знаю, что должен выстреливать из воздуха и так далее. Да сколько вас здесь? Может быть, я что-то не понимаю, может, мне убегать надо. О, возможно, это правда. Или мне нужно было выдержать сколько-то времени. Потому что я бы не хотел, чтобы такие толпы в игре были. Это как-то не очень хорошо. А теперь по-английски.
По-русски? Даже по-японски я бы, может, что-то узнал. Where's everyone going? Bingo? No. Resident Evil. Fuck! Oh, fuck. Four. It begins with a ring. Okay, ачивка. Onige, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Могу я просто обратно пойти? По-моему, вариант неплохой. Чем искать какую-то башню. Ну, хреново. Ничего не скажешь. What in God's name? If only he'd come with me. Расслабься ты. Он все равно подох. Окей, как скажешь. Я могу, конечно, наверное, ножом уже ударить эту корову. Зачем? Эй, кто-нибудь здесь? Надеюсь, что нет. Мне нужны патроны, вообще-то. There's a barrel here. Looks like it can be broken. Okay. И пусто. Супер. Это мы не можем. What seems to be food has started to rot, but no one has bothered to throw it away. Yes! Oh my god, yes. Yes. What the fuck? Мне нужно больше патронов. Это граната. Incendiary grenade. Эй! Окей, твои ноги прошли через стенку, но это нормально. Бывает, я тебя понимаю. У нас у всех такие дни бывают. Как же страшно в комнату заходить. О! Да ты издеваешься. Так, я должен все обыскать, потому что мне нужны патроны. Все, которые я могу найти. Это можно открыть? Можно. Я очень рад этому. Буду ли я рад тому, что внутри? Кто знает, кто знает. А так странно, что ножом надо так, таким вот образом управлять, на space нажимать, а потом вниз крутить. Бла-бла-бла, unpleasant smell. Естественно, неприятный запах. Push. Ха. Наверное, к окну к тому, верно? Или наоборот. А, мы, наверное, просто можем сделать так, чтобы, типа, никто не вошел и так далее. Замок. О, прямо так. Серьезно. Или ты не можешь сделать? Класс! Это довольно прикольно. Не знаю, насколько это реалистично. Но мне плевать. Что это? Shotgun shells. Ну-ка. Ну-ка. Патроны, может быть? Нет, ничего. Окей. Тоже пойдет. Не знаю, зачем все-таки это двигать. Скорее всего, для того, чтобы, типа, спрятаться, да, задвинуть этот... перед дверью, чтобы, типа, никто не зашел. Ну, я не знаю, для чего бы мне это было делать. Так, там мы были внутри. Или, подождите. Нет, 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 здесь мы не были. Здесь лестница есть. Потому что я хочу все обыскать. Найти все эти доступные патроны. Я бы сейчас, кстати, притормозил эпизод, но мне нужно где-то сохраниться. Это тоже можно подвинуть. Да, это тоже... это странно. Наверняка, чтобы все-таки задвигать. Но здесь настолько вот неудобное управление, что тяжело такие вещи делать, на самом деле. Изи. Граната. Золотишко. Я извиняюсь, что клавиатура, наверное, шумная. Вот опять же. Definitely the type I don't get along with. Опять же, вот классическая дилемма. Использовать мне дробовик или использовать мне пистолет? Когда мне использовать пистолет? Когда нож, когда дробовик? Терпеть не могу такой в играх. Просто вот не знаю, что лучше использовать когда. Жалко дробовик использовать, но в то же время... А тогда как? Что с ним еще-то делать? Давайте посмотрим карту. Здесь сохранение, может быть. О, здесь есть сохранение как раз. Как раз тут, здесь. It's locked and one open. There's some kind of symbol on the door. Shit. Кто-нибудь здесь? Что-нибудь здесь? Кто-нибудь тут?
за домиком живет. Нет? Окей. Зато здесь есть ящик, в котором сейчас пусто окажется. О, найс. Yellow herb. Herb, как хотите. Окей, это что-то. Мне бы сейф поинт. Мне бы сейф поинт. А, пофиг. Там что-то на крыше. Подождите-ка. Интересно. Довольно прикольно, то, что мы это заметили. Могу ли я до этого добраться, вопрос. Может быть, не самый лучший идея. Леон, ты чё, дурак? Можно ли туда забраться? Вопрос. Я имею в виду, там предмет. Наверняка можно. Ага. Ага. Кажется, я понимаю, что ты от меня хочешь. Это дом. Можно ли здесь забраться наверх? Не похоже на то. Могу ли я... Заткнись. The world is awfully dirty. No way I'm drinking this. Как мне забраться наверх? Мне чертовски интересно, что там. Видно, что на это здание можно забраться. Могу ли я здесь забраться? Нет, не могу. Могу ли я здесь пройти? Нет, не могу. Значит, нам все-таки наверх на лестницу и, может быть, в другое окно выпрыгнуть. Если бы в этой игре было управление получше, было бы все намного лучше. И быстрее. Окей, мы выпрыгнули тогда в то окно. А, вот. Окей. Это странная головоломка. Если это можно, конечно, назвать головоломкой. Нам сюда. Окей. Извиняюсь, что эпизод такой длинный. Что поделать. Эй, надеюсь, оно того стоило. You got the spinal. What the fuck? Это, наверное, key treasures. Although small in size, it appears to have some value. Окей, по идее, дорогой камушек. Меня устраивает. Могу ли я спуститься здесь? Окей, могу, к счастью. Это за это спасибо, реально. Так, давайте здесь все-таки потормозим, а то уже 37 минут почти. Да, это Resident Evil 4. Извиняюсь за то, что мало роликов. Может, немножко поиграем в эту игру? Похоже, она неплохая. И спуки. Все любят хорроры, верно? Да, хорроры, скери. Фейскэмы. Окей. Если понравился ролик, то поставьте лайк, оставьте комментарий, подпишитесь, потому что вы помогаете продвижению канала. Давно я это не говорю. И, да. До встречи, я полагаю.